Привет, друзья, с вами Топ Гомер, и мы продолжаем проходить Mass Effect Andromeda. Значит, в прошлой серии мы выполняли задание на верность у Коры Харпер, и как бы первую часть этого задания мы выполнили. И у нас как бы появилась теперь вторая часть задания, Кора Харпер, пределы долга. Найти ковчег Левсиния в системе Валай. Поисками этого ковчега мы сейчас и займемся, и поэтому мы... Так-то мы на Войлде... Ледяная планета. Сейчас мы от нее отдалимся. Вышли на устойчивую орбиту над Войлдом. Это система Нолл. А нам нужна система Валай. Так, вот она, кстати. Кора Харпер, пределы долга. Отдаляемся от Войлда. Здесь не так много сигналов. Даже случайные радиошумы со стороны скверны стали тише. Жутко. Где? Так. Не сюда нам, не сюда, но... Активировать сканер. Ну-ка. Обнаружена аномалия. Идем сюда. О! Запустить зонд. 3, 2, 1, погнали! Зонд пошел. Это координаты Коры? Мы нашли ковчег Левсиния. Это ковчег Азари. Отправляемся сейчас на него. Так, Кору мы с собой 100% берем. Драка тоже. Оружки у нас какие? Дробаш, циклон, сокол и фантом. Эти все оружия нам нужны. А броня какая у нас? Гиперстраж. Все, пятое. Отлично. Мы вооружены и опасны, и поэтому мы можем нажимать подтвердить набор. И отправляться на Левсинию. Мы приближаемся к координатам, указанным Корой. Там что-то есть. Может быть ковчег, но из-за скверны ничего не разобрать. Сэм, помоги нам с датчиками. Сложно поверить, чтобы Левсиния могла уцелеть в таких условиях. Надо сосредоточиться на том, как мы можем им помочь. Верно. Помогать Азари, досаждать кетам, делать жизнь светлее. Стариса придумает, как поступить с этими охотниками из опустошения. Она много писала о кризисных ситуациях. Ты ее и раньше упоминала? По-прежнему считаешь, что она может все исправить? Стариса была легендой до того, как стала телохранителем первопроходца. Она точно придумает хороший план. Ага! Засек корабль инициативы. Есть признаки жизни. Минимальный уровень энергии. Множественные пробоины в корпусе. Да это развалина. Или кеты потрудились, или скверно. Нам нужно внутрь, Кэлла. Я попробую. Может, какой-нибудь из стыковочных отсеков еще в порядке? О, вот мы и полетели. На ковчег Азари. Левсиния. Так, мы внутри. Может, фонарь включишь хоть? Мы на борту. На связь кто-нибудь вышел? Нет. Может быть, у них вообще системы не работают? Все вверх дном. От космического сражения такого не случилось бы. Тут был абордаж. Начать декомпрессию! Умрите, кетские твари! Мы не кеты, мы команда первопроходца. Райдер, лейтенант Харпер и... Сэм, отправь ей наши ID-коды. Подтверждаю. Прошу прощения. Я капитан Атандра, капитан того, что осталось от Левсинии. Поднимайтесь на мостик. Может быть, вы сумеете мне помочь. Главное, она сказала. Райдер, лейтенант Харпер, Сэм... Но... Не сказала Драка. Про Драка забыли. Опустили Драка. Он сейчас обидится и не будет с нами. Вот вам и хваленое гостеприимство Азари.
Походу, уже обижается. То, что его упомянуть забыли. Не обижайся, Драк. Это не гостеприимство, это меры предосторожности. А здесь, видно, сражались. Тел, правда, нет. Случилось что-то такое, что заставляет теперь капитана нервничать. Если бы буря выглядела так, каково тебе было бы? Я бы вообще офигел, если бы буря так выглядела. Блок данных давайте изучим. Так, критическая нехватка сотрудников на ключевых постах. Пробуждение гражданских лиц не рекомендуется. Рекомендовано срочно пробудить ключевой персонал. Тут показано то, что персонала в мостике всего 2 человека, обслуживающих 0, служба безопасности 0, медиков 0 и инженеров тоже 0. Ты выбросила бы команду первопроходца в открытый космос? При всем уважении, да. Мы не можем больше рисковать. Сариса Террис, первопроходец. Не сердитесь на капитана. Обвинения в мой адрес помогают ей снизить давление. Райдер, я не знала, что ты первопроходец Азари. Последнее, что нам известно, первопроходцем была матриарх Ишара, а ты выступала ее Тиамной. Я служила в десанте Азари. Помню все твои боевые наставления. Матриарх Ишара мертва. Сариса была следующей в очереди. Ее боевые наставления никак не помешали кетам попасть на мой корабль. Сегодня с этим будет покончено. Мы проследим, чтобы ковчег в полном порядке вернулся на Нексус. Надеюсь, что так. Мы уже все перепробовали. Матриарх Ишара пыталась договориться с кетами. Так что я забрала у них кое-что ценное. Я похитила модуль с тактическими данными, так что нам известны все их тайные маршруты внутри этого феномена. Мы назвали его Скверной. Если сумеем опередить кетов, двигаясь сквозь нее, нам было бы проще с ними сражаться. Архонт подумал так же. Он отправил за нами своего лучшего оперативника, Храбреца, вместе с отрядом опустошения. Каждый раз, ускользая от Храбреца, мы несли все большие потери, а во время последнего столкновения он отправил бойцов на абордаж. То, что Сариса похитила тактический модуль, сделало все намного сложнее. О каком количестве абордажников мы говорим? Мы точно не знаем, но пока что они изолированы внизу. Больше мы ничего сделать не могли. Все ресурсы ушли на эвакуацию гражданских. Храбрец хочет отомстить Сарисе. Первопроходцам приходится рисковать, капитан. Мне тоже приходилось. Богиня, спаси меня! Что нужно сделать, чтобы увести ковчег отсюда до того, как снова появится храбрец? Проход на сверхсветовой скорости. Достаточно долгий, чтобы от него оторваться. Но после эвакуации мы сидим почти без энергии. Ядро двигателя не работает. Специалисты пытаются разобраться. Но нужны системы на нижних палубах. А там сейчас кеты. Еще один отряд первопроходца мог бы помочь. Подадим энергию на ядро двигателя, и мы с Сэмом закончим расшифровку данных кетов. Используем знания о тайных путях против самого храбреца. Убьем кетов, залатаем дыры, и можно лететь. Последний отчет десанта получен из узла управления в ангаре. Я открою вам доступ. Действуйте осторожно. Отлично. Поговорили с первопроходцем и с капитаном, и они нам дали задание по спасению ковчега Азари. Давайте мы приступим и отправимся на монорельсе. Все хорошо, Кора. Первопроходцам приходится рисковать. Да, так и есть. Матриарх Ишара, твой отец, даже Баррос Турианского ковчега. Бросим жребий и... Эй, иногда мы все же побеждаем. Пошли, чем быстрее найдем десант, тем лучше. Но быстрее мы не сможем, пока мы не приедем. Что
Когда ковчеги преодолевали темный космос, было так же тихо? Эх, немного шумных рабочих бы для атмосферы. Левсиния станет прежней, когда мы вернем ее к Нексусу. Конечно, станет прежней, но пока мы посмотрим блок данных, который здесь валяется на полу. А, после... Пользователь. Техник Сайдия. Или Сайдия. Не знаю, как хотите, так и пусть и будет. Тут написаны какие-то коды по восстановлению управления воротами, еще всякие тут всякие коды. Поэтому, ну, ничего интересного такого нету. Но, может, надо было что-нибудь запомнить. Пусть Райдер там сфоткает себе. Кто-то открыл ворота ангара, а потом попытался их спешно закрыть. И не смог. Мы на месте. Это узел управления ангаром. Мы не одни. Наверное, из команды Сарисы. Ну что, поговорим с этой Азари? Но она... За нас, короче. Стоять! Клянусь богиней, я... Будешь стрелять в своих спасителей? Спасителей? О, люди! Ваш ковчег уцелел. Точно так. Я Райдер, первопроходец людей. Это моя команда. Я Видерия Дамали, новая заместительница Сарисы. Прошу прощения за этот инцидент. Я могу чем-то помочь? Капитан говорит, что для сверхсветового полета нужно восстановить энергоснабжение. Конечно, да. Я нашла место утечки. Думаю, если закрыть ворота в ангар, проблема решится. Кеты вскрыли ворота, а система безопасности расходует энергию, пытаясь их закрыть. Ничего страшного, Сэм наверняка сможет исправить то, что натворили кеты. Кеты могут долго выживать даже в вакууме. Если мы закроем ворота, то подручные храбреца лишатся последнего пути к отступлению. Молюсь, чтобы энергии хватило для сверхсвета, только... Видерия, я была охотницей. Вспомни наставление Сарисы. Дыхание, цель, действие, дыхание. Хорошо. Пожалуйста, займись консолью. Я буду наблюдать. Так, у нас появилась новая цель. Активировать блок. Блок управления. Вон он внизу. Включаем блок управления ангаром. Начинаю закрывать ворота. Кеты! Так, все нормально. Прикроем консоль, пока Сэм работает. Плотным огнем. Дам им. Yes, мэм. Рабаш. Мне надо быть рядом, чтобы линия набиралась. Ворота закрыты на 21%. Мочить этих мудаков. Где мой автомат? Так, пока мы справляемся нормально. Ворота закрыты на 53%. Так, отлично. Пока все складывается удачно. Ворота закрыты на 77%. 77%, это уже хорошо. Это уже почти 100. Ворота закрыты и заперты. Доступ к кетам перекрыт. Все, ворота закрыли. Давайте их добьем. Пошел ты нахер. А, подожди, это кор вообще. Так, должно было помочь.
Почему энергия не подается? Видерия? Надо у нее спросить. Что это было? По моим расчетам, несколько электрических соединений оказались перегружены. Черт! Видерия! Видерия, Сэм говорит, что сломано несколько электрических соединений. Да, знаю. Из-за перегрузки начался пожар. Черт, нельзя было такого допускать. Спокойно, солдат. Из-за чего возникла перегрузка? Может, что-то еще расходует энергию на нижних палубах? Что-то большое? Так, обождем с теориями. Сначала разберемся с ковчегом. Это может быть сложно. Кеты! Должно быть, следят за нами, если за них ремонт затянется. Корабль храбреца нас догонит. Может, нам зажечь огни, пошуметь, чтобы оторваться от кетов? Ну, если мы разделимся, им придется следить за двумя целями. Хорошо. Первым делом стазис капсулы. Пойду их проверю. Вы тогда спускаетесь вниз, смотрите, что расходует энергию, разбираетесь с пожаром? Нижние палубы в какой стороне? За жилыми помещениями. Я открою служебный проход, так можно будет срезать дорогу. Удачи! Пускай кеты сгинут в пустоте. Так, немножко похоже то, что мы находимся на этом корабле. Немножко напоминает, как будто мы играем в Dead Space. Райдер, это Сариса. У нас сначала восстановилось энергоснабжение, потом пришел доклад о повреждениях. Что там? Досадная случайность. Исправляем. Хорошо, продолжайте. Мы будем готовить ядро двигателя. Мы не подведем. Конечно, лейтенант. Конец связи. Я чуть не упал туда. Там что, пути нету, что ли? Или? А нам туда как раз надо падать, что я? Оп. Кто-то экономит на освещении. Идите осторожно. Тут все нормально видно. Фонарь у нас хорошо освещает. Путь. Говорит Видерия, я почти у стазис капсул. Ах, проклятие! Подъемники не работают. Видерия, отключи магнитные замки подъемника. Если ковчег устроен так же, как наш, ты сможешь спуститься по шахте. Отличная идея, спасибо. Сдохни! Я очень надеюсь, что животные тут появились уже после эвакуации детей. Неожиданно появились, блин, вообще. Это снова Видерия. Двое кетов пытались что-то сделать со стазис-капсулами. Они больше не будут. Отлично. Помни наставление Сарисы. Действуй незаметно. Конечно. Капсула теперь в безопасности. Я постараюсь выяснить, куда уходит энергия. Так, ну мы продвигаемся. Нам нужно спуститься на нижние палубы, чтобы починить корабль. Нехорошо. Почему не работает система пожаротушения? Либо энергии не хватает, либо взрыв повредил систему управления. Мы можем все починить, если найдем управление. Потом нужно добраться до того, что расходует энергию, и так, чтобы нас не заметили. Наверное, все-таки просто энергии не хватает, чтобы потушить огонь. А мы огоньки обойдем. Чтобы не умереть. Говорит Видерия, кеты меня заметили. Я в вентиляции не могу выбраться. Воспользуйся биотикой и постарайся их снять, когда будут проходить мимо. Но они услышат! Ты же охотница, бесшумная хищница. Хорошо. Помолчу пока. Устрой там и минуту молчания, мы пока... все сделаем. Херель совсем. Иди сюда нахер.
Кеты, покончим с ними. Этот здоровяк. С гранатометом. У него много жизней. Поберегись. А, ну вот эти слабаки маленькие. Что, гранату в них надо кинуть? Граната! Что за говно? Я чуть не подох. Обреченный ты, обречен. Вон он там слева немножко сидит. Думаю, Кетов интересовало управление системой пожаротушения. Вон там. Так, останки. Ствол, дробовик, что дает? Урон. Надо заняться системой пожаротушения. Сейчас это главное. Сейчас все потушим, не переживай. Все, давайте включаем. Ай! Да тут все сломано! Ирония судьбы. Электрическое соединение повреждено. Рекомендую поискать какую-то альтернативу. Альтернативу. Пописать на огонь надо. Я не знаю, как это починить. Что у тебя, Райдер? Сейчас все сделаем. Чтобы от этого не питалось, пожарная безопасность кораблю нужнее. Так, попробуем еще раз. Давайте вторая попытка. Минимальное электропитание налажено. Так будет прохладнее. Снова Видерия. Наткнулась на кетов. Пришлось вернуться, но я цела. Отлично. Поскольку ангар закрыт, я сумела отследить утечку энергии. Передаю координаты. Встретимся там. Так, сейчас у нас надо встретиться с помощницей Сарисы, которая нам помогает починить ковчег. Это туда надо идти. Говорит капитана Тандра. Мы прогреваем ядро двигателя, но нужно больше энергии. Работаем, капитан. Хорошо. Корабль-храбреца все еще где-то рядом. Мы потеряли очень многих, в том числе матриарха Ишару. Нельзя, чтобы эти жертвы стали напрасными. Все будет нормально, не боись. Никто больше не умрет. Что это? Даже не знаю. Как свисток для собак. Похоже на смотровую площадку. Ковчег немало вытерпел. Достаточно посмотреть на корпус. Пассажиров эвакуировали с нижней палубы. Райдер, сюда. А вот ты где. Хвала богине, все целы. Вот, вот это расходует энергию. Это что такое? Похоже, атаки кетов привели к разрушению корпуса. Потом кто-то установил тут устройство для создания поля эффекта массы. Поле настолько мощное, что не дает корпусу распасться. Благодаря этому удалось эвакуировать нижние палубы. Тот, кто это сделал, был очень умен. Так удалось спасти множество жизней. Надеюсь, она спаслась. Та палуба теперь пуста, мы должны отключить устройство. Я пыталась его отсоединить, но ничего не вышло. Можешь просканировать? Вдруг Сэм разберется, в чем дело. Чтобы отключить устройство, нужны двое. Один отключает кабели, другой само устройство.
Я займусь устройством. Внимание! Если начать процедуру отключения, ее нужно обязательно довести до конца, иначе устройство перегорит. Так, а нам туда, видимо, надо. Я не очень понял, как это выключить, конечно, но... Ну что, я готов. Вы готовы там, чуваки? Видерия готова? Я отключаю первый кабель. Кеты! Следи за устройством. Мы с ними разберемся. Но! Ты нужна нам, Видерия. Ты справишься. Сдохни! Осторожней со стеклом. Забудь, оно прочнее, чем кеты. Че, повыкусывали, да? Ну-ка, охерел совсем. Сними все. Так, следующий кабель. Я готова. Жду команды. Сейчас собачкам мы тебе дадим команду. Бежим сюда. Что, готово? Видерия. Второй кабель. Почти готово. Еще кеты! Убейте их! Богиня, сколько же их на борту? Ну-ка, сейчас получите нахер, у меня все здесь. У меня потры закончились. На тебе, лох. Разнесут меня так скоро они. Хорошо, теперь займемся кабелем. Отлично, всех убили, не умерли. Надо где-то патроны найти. Броня союз кетов. Урону. Урон от оружия. Запасу боевых всех силовых чего-то там навыков, короче. Так, побежали. О, контейнер. Стрелокский талец. Увеличение урона при попадании в голову. О, это у нас такие есть. А это что? То же самое. Только это руки. Силовой кабель. Еще один. Отключаем его тоже. Работаю над последним кабелем. Еще одна атака. Они отчаялись, Райдер. Наверное, конец уже близок. Давайте возьмем дробовик. Ух ты, блин. Да умри ты! Это их последний бой. Соберитесь! Не подходи ко мне нахер. Ой-ой-ой. Куда я вообще упал-то нафиг? С кетами все. Теперь можно отключить устройство.
Я, блин, немного потерялся здесь. Ну, вроде все, я нашел. Куда идти? О, тихо. Ну что, готовы? Отключаем данный модуль. Этот шум наконец-то стих. Плоховатые корпуса делают Азари. Один обстрел, и вот вам. Говорит капитан Атандра. Райдер, ядро двигателя оживает. Получилось. Еще несколько минут, и мы сможем отправляться. А мы сможем перейти на сверхсветовую, если в корпусе большая пробоина? Ну, я спланировала маневр, во время которого ничего ужасного не должно произойти. Если что-то пойдет не так, ну, будем разбираться. Говорит Сариса, вы отлично справились, мы скоро будем дома. Все почти позади, я должна идти помогать, должны же быть для меня поручения. Ты помогла нам спасти ковчег. Неплохо для первого задания. Сариса должна тобой гордиться, Видерия. Десант получил отличного бойца. Я не подведу, лейтенант. Спасибо за все. Да хранит вас богиня. Первопроходец, после подачи энергии стали доступны хранилища данных. Среди них имеются записи матриарха Ишары о порядке наследования. Ты можешь их открыть? Забудь о данных, мне нужна твоя помощь. Барьер вот-вот падет. Ишара, они разорвут ковчег на части. Я, эти данные, единственное, что поможет нам выиграть время. Первопроходец Ишара, на подходе подкрепление кетов. Сариса, мой Сэм не сможет. Тиамна, пожалуйста. Я должна их спасти, и даже если не смогу. Прости меня. Тиамна? Это храмовый страж. Защитница, которая остается верной, даже если все погибло. Сариса бросила ее погибать. Сарисе пришлось выбирать между первопроходцем и ковчегом. Она сделала правильный выбор. Оглянись. Кажется, это следствием правильного выбора. Черт подери, Райдер. Что же мне делать? Первым делом мы должны... Говорит Атандра, к нам незаметно подобрались охотники кетов. Их десантный корабль направляется к пробоине на 12-й палубе. Сколько еще ждать до сверхсвета? Слишком долго. Сариса отправилась на помощь. Разберитесь с кетами. Надеть шлемы. Так, теперь нам надо идти на палубу 12. Давайте мы туда отправимся, даже побежим. Внимание! Устройство для создания поля эффекта массы все еще подключено. Дистанционная его активация может повлиять на местную гравитацию. Это может оказаться полезно. Не выключайте магнитные ботинки! Нельзя, чтобы они нас сбросили с края. А что это? Йо-йо-йо-йо-йо, вы чё, охерели совсем? Что это у нас за... херобора такая? Управление полем? Или полом? Тут подкрепление! Это мой вообще? Вон они уже, пришли сюда. Китарасы херовы. Иди сюда нахер. Ну-ка, поднимайся сюда давай. Оба. Аккуратно. Здоровяк, ты чё? Так, ну одного мы замочили. Этого тоже замочим. Пол щита мне раздолбали. По мне вон сбоку стреляют и... Ну-ка, иди сюда нахер.
Щиток восстановить, пожалуйста. Тихо, Поттеры. Блин, сколько вас вообще здесь? Райдер, храбрец послал еще кетов. Сариса почти на месте. Не подведи. Так, жизни. Челы, защищайте меня, я первопроходец. Довольно. Опустошение нельзя остановить. Я заберу то, что мое. Это, наверное, сам храбрец. Убить его. Вон он. Приперся. Сюда уже. Ставь щит. Возьмем давайте автомат. Азари воровка прячется за спинами подручных. Она их кукловод и будет наказана вместе с ними. Да ты откуда вообще здесь взялся, мудень? Они меня, кстати, нормально втаскивают. Я тут даже не очень знаю, где можно нормально спрятаться. Они по всем, со всех сторон по мне попадают. Никто не уйдет от опустошения. Ну ты у меня сейчас дождешься. Давайте стреляем в сферу, с такими мы уже... Они сопротивляются тем, кто выше их. На колени, иначе смерть. Заткнись уже! С такими мы уже сражались. Сначала в сферу, потом в дядю. Может, если я поближе подойду, я ему втащить смогу? Поттеры? Гасите его нахер! Ой! Где сфера? Где дробаш? Иди сюда! Как раз перезарядочка и... Сейчас в него, на, еще огоньком тебя сейчас подожгем. Ну, пол хп ему сняли. Еще остается немножко. Сфере, у сферы, блин, жизни больше, чем у самого этого храбреца. Он реально путает, на кого он напал. Сам первопроходец Райдер, точнее сама. У меня закончились патроны в дробаше. Это очень плохо. Не надо захватывать! Из всех орудий! Уничтожьте ковчег! Уничтожьте! Сариса! Вражеский огонь! Как в сражении за Кёркис, шанс еще есть. Лейтенант, пожалуйста! Мощно, конечно.
Капитан, вытащите нас отсюда! Спешу, держитесь! Бригада не полная, но с починкой ковчега справится. Он доберется до Нексуса. Чего бы то ни стоило. Тебе стоит поговорить с Арисой насчет сообщения и Шары. Мне хотелось вас обоих поблагодарить. Отличная работа. Я горжусь тем, что... Мэм? Сариса? Мы знаем про Ишару. Записи уцелели? Тогда ее последние минуты не будут забыты. Ее последние? Вы предали другого первопроходца. Нельзя было так. Я решила спасти множество жизней, а не одну. Нас учили принимать именно такие решения, лейтенант. Но вы никому не рассказали. Потому что тогда вы бы не были их героиней. Может быть, это и справедливо. Быть первопроходцем значит дарить надежду. Райдер, вы ведь это знаете, правда? Все кончено. Незачем ворошить былое. И это справедливо? А кто будет решать? Прошу прощения, мы должны готовиться к подходу к Нексусу. Будет чего там рассказать. Стоит предупредить. Нексус устроит грандиозную встречу. Стоит выпить за погибших. И за то, чтобы будущее было светлее. Мы идем непростой дорогой. Надеюсь, вы найдете то, что ищете. Пошли, Райдер. Тут все. Эй, ты в порядке? А можно как-то переиграть сегодняшний день? И не убегать от своих обязанностей. Я так верила в Сарису. Но Азари запуталась ровно так же, как и мы. Мы знаем, в чем наша цель. И путь мы к ней тоже найдем. А я и забыла, что говорю с первопроходцем. Спасибо, что ты здесь, на Левсинии. Можно тебе кое-что рассказать? Конечно. Старик правильно назначил тебя первопроходцем. Я не умею быть впереди. Всегда ищу наставника. Надеюсь на его план. Будь я первопроходцем, совершала бы ошибки посерьезнее, чем Сариса. Ты по-прежнему нужна мне в команде, и как друг тоже. Надеюсь, это что-то значит. Очень много значит. Слушай, никто из нас не мог выбирать. Но в итоге мы оказались на своих местах. Пусть мы и лишились твоего отца, этого уже не изменишь. Если не можешь чего-то избежать, используй это. Что ты... Он говорил что-то похожее, и по-прежнему прав. Мне нужно все обдумать, но я приду в себя и буду работать там, где скажешь. Отлично, друзья, мы заслужили верность Коры Харпер и можем теперь выучить шестые навыки шестого ранга. Кора Харпер, пределы долга выполнили задание. Давайте мы сейчас заодно сразу прокачаемся. Так, мы в технику прокачиваемся, да? Боевая техника. Так это что такое у нас идет? Ослабление стихийной защиты. Дополнительный урон оружием. Вот это я хотел прокачать. Утверждаем. И мы тактик-захватчик. Четвертого ранга. Сколько там у Драка? 6 очков.
Неудержимость, здоровье при возрождении 50. Так, а это что такое? Порог здоровья 30%, дополнительный урон 100%. О! Годится. И Кора. А у Коры всего 2 очка, прокачать мы ничего не можем. Но мы уже выполнили у Коры задание, у Драка и у Ветры. У Ветры 6 очей. Можно здесь тоже что-нибудь вкачать, так. Порог здоровья 10. Перезарядка 25, максимальный ряд щитов. А это что такое? О, давай вот это выучим ей. Подтвердить. Ну, с вами был Терминатор Топ Гомер. И всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и до свидания.